Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фронткам. На Opel Zafira Tourer установили головное устройство на базе Android от компании Unbox и камеру заднего вида. Планшет с диагональю экрана 7 дюймов. Планшет ставит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку с небольшими доработками. Но итоговый вариант выглядит достаточно аккуратно. Вот этот блок кнопок сверху переносится сюда. Вот этот монитор, к сожалению, теперь не активен, но зато теперь здесь появилось вот такое мультимедийное устройство со множеством функций. Адаптировали с подсветкой автомобиля. При включении габаритов автоматически уменьшается яркость, включается подсветка сенсорных клавиш. Яркость дисплея можно регулировать вручную. При желании можно выключить экран, магнитола на фоне будет работать, но экран будет выключен. Подсветка это RGB, ее цвет можно регулировать. Можно, например, поставить красную под цвет остальной подсветки. Бардачок вывели дополнительные USB порты и слот под сим-карту для подключения к интернету. Также подключиться к интернету вы сможете, раздав его со своего мобильного устройства. Установили камеру заднего вида, она включается автоматически при включении задней передачи. Широким углом обзора линии разметки можно регулировать. Здесь вы получаете все преимущества Android-системы. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Некоторые самые популярные уже предустановлены, например, YouTube, Google Chrome, Яндекс Музыка, Яндекс Навигатор, Карлинк, подключение Android Auto либо CarPlay, Кинопоиск, интернет, телевидение. Есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи. Для громкой связи мы отдельно вывели выносной микрофон, чтобы звук был качественный. Есть эквалайзер, вы сможете подстроить звук под свои предпочтения. Есть функция разделения экрана, можно одновременно запускать два приложения, например, YouTube и Яндекс Навигатор. Видео будет работать в движении без каких-либо ограничений. И также голосовой помощник Алиса в Яндекс.Навигаторе будет работать. Все достаточно быстро, плавно работает. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих для оснащения для вашего автомобиля. Наши менеджеры обо всем расскажут и подберут лучший вариант. Также есть установочный центр, где наши мастера грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть служба технической поддержки и доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Всем удачи!